Здрасте, я Настя. Так, чего, какие ожидания? Еду я в Нью-Йорк. Ожидания мы обсуждали с моей коллегой Соней по поводу того, что я выйду из метро, и меня обнимут эти высокоэтажки и башни. И это будет грандиозно. Но пока... скажешь? Яблочки можно вот так вот берешь, так оп, здесь можно прийти, взять пакетик, заплатить за него и пойти собирать яблоки. Да, вот, пакетик вот. Стоит 25 баксов. Че как? Прямо деревенское классное яблоко. Соще. Так, главное. Ебой. Так, ну шо? 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 Ну, давайте еще сладеньких возьмем. Давайте сладеньких возьмем. You take one or two apples out. Жадные ублюдки. 50,5 паунда. О-о-о-о! Доллар! Доллар! Неуютно себя ощущаешь? Нет, я думаю, где купить второй чемодан. Ну, раз у тебя руки заняты? Нет, это дай. Да, вот это вино. Я не любила раньше белое вино вообще, но я один раз попробовала рис. И с тех пор... Американская мечта. When your heart is full of nothing at all, and your body runs, you forgot what for. Your eyes reflect light from a fire that is gone, and your feet are the only things that drag you along. When you're low. Stones and sticks burn in a cage, 100 miles underground. When the rubble is falling, you'll be singing aloud. Don't you feel now? Your lungs are still breathing in air and out, and your feet are still hitting the ground. So you gotta hold on. You've gotta hold on. Back up when the rain.
rain turns to thunder like a beat of a drum, and you're out on the street, you're just dancing along. So the key got lost to a door you knew, and the lock will rust, but you follow through and you're losing your balance, 'cause they cut in the wire. Now you're running with scissors, you're flat to a ride, don't you feel? Вообще, по легенде, они настолько смогли развить экстрасенсорные способности одного из мальчиков, что он смог сделать невидимым целый корабль Соединенных Штатов. Да куда ты? Ёба народ! Погода хорошая и океан красивый. Красивый, да? Красивый океан. Ты нас фоткаешь или нет? Я не особо интересуюсь. Слышите? Стопудовый оптимист. Стопудовый оптимист. А вы консультант здесь? Да. Да? Подскажите, пожалуйста. Что вы хотите? Где вы рубите травы? Везде. Нет, мы нас обманули. Parlez le français. У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов. Ты не будешь ничего пить? У нас зато экстра чипс есть, они тут пить чай. Ого!